премии «Золотой орел» за 2007 год. Пожалуйста, на сцену. Мария Аронова, артистка. Спартанцу было тяжело. Александр Абдулов, артистка. Алексей Попогребский, «Простые вещи». Людмила Кусакова, Марат Ким, «Волкодав». Карин Лор, «Монгол». Съемочная группа фильма «Гора самоцветов». «Рожденные в СССР», съемочная группа неигрового кино. Эдуард Артемьев, Штефан Конкин, «Монгол». Прокатчики фильма «Королева», «Централ Партнершип». Съемочная группа фильма «Частный заказ». «Ленинград», продюсер Дэвид Гамбург. Актриса Мария Порошина, «На пути к сердцу». Съемочная группа сериала «Завещание Ленина». Андрей Зайцев и Энцо Бениконе, монтажеры фильма «12». Никита Михалков, Сергей Маковецкий, Сергей Гармаш, Алексей Петренко, Валентин Гафт, Юрий Стоянов, Михаил Ефремов, Сергей Газаров, Виктор Вершбицкий, Алексей Горбунов, Роман Мадянов, Сергей Арцебашев, творческий ансамбль фильма «12». Евгения Добровольская, артистка. Владимир Климов, оператор фильма «Ленинград». Никита Михалков, режиссер фильма «12». Никита Михалков и Леонид Верещагин, продюсеры фильма «12». Лауреаты премии «Золотой орел» за 2007 год.